Ну, я завершая скажу, что эта ситуация в аэропорту была совершенно не маленькая, потому что в зависимости от того, как она разворачивалась, действительно вопрос возникал в том, как бы, кто кладет какие, так сказать, карты на стол переговоров. А в конечном итоге, чтобы это понимали все, любая война – это просто добыча карт для стола переговоров. Зачем мы так штурмовали Берлин? Потому что, не получив карту взятого Берлина к 9 мая, мы получали на столе переговоров в виде карты договоренность с частью нацистов. Зачем мы вообще выходили за пределы собственной страны или тех территорий, которые мы хотели взять, и двигались, так сказать, в сторону Берлина? Потому что если бы мы туда не двинулись, рано или поздно замирение Германии и всего этого блока произошло бы. Значит, в тот момент, когда в топку войны кидались еще сотни тысяч жизней, они кидались не потому, что кому-то хотелось честолюбиво к дате, положенной, взять, так сказать, Берлина. Потому что не взятие Берлина к определенной дате означало наличие переговоров о войне против нас между Патоном там и всеми этими немцами. И тогда мы получали гибель не 100 тысяч своих солдат, а миллионов. Вот мы, сражаясь за каждый клочок этой земли, так сказать, добывая каждое лишнее очко в виде аргумента в пользу того, что придется тебе, дядя, придется тебе отъехать, потому что ничего ты сделать здесь не можешь, да, показывая, что ничего они не могут сделать всему миру, наши воины-ополченцы, как бы плохо ни было организовано ополчение в целом, они как бы... так сказать, своей кровью меняют ход мирового процесса.